Привет, друзья! Сегодня мы будем красить яйца вином. Они будут безумно блестящие, такие сверкающие. Я никогда не делала, но это делала Виктория, она нам расскажет об этом, я думаю. Было очень красиво. Виктория уже готовила так яйца и рассказывала, что они безумно сверкают. Но я-то не знаю, но я верю Виктории, она всегда правду говорит. У нее какая-то крутая открывашка. А теперь мы открываем. Эту открывашку мне подарила Ленуся. Правда, я не знаю, как, что с ней делать. А, вот, наверное, вот так вот. Мы те еще открывальщики. А вообще я люблю вино. А, смотри, она срезала жопку. Вау. А, прикольно. Вот такой вот наборчик мне подарила Ленуся. Он, опа. Мы срезали такую штучку. Дальше что? А дальше нам надо будет открыть. Можно открыть вино пальцем. Мы на самом деле проверили, и это работает. Я не знаю, что надо крутить, штопор или бутылку, но так мне просто удобнее. Супер открывальщики. Интересно. А еще у меня сегодня пасхальный маникюр. Наверное, вот так вот. Вау! Ух ты! Ты вообще профессор. Виктория, с тобой можно ходить бухать. Это твой супер наборчик. Ой. А, ну уже смотрите, нам нужно всего два ингредиента: вино и яйца. Да ведь? Да, можно без яиц. Так, помыли. Разложили. И теперь самое интересное. Наполняем. Оставь мне попробовать. Это в тебе бесы говорят. Так хотелось попробовать, но Виктория не дала. Нельзя. Ароматное такое вино. Дюрен. Дюрен. А вы видели, какой Виктория цветок сегодня необычный? Если вы знаете... Давайте угадайте. Угадайте, что это за цветок. Видите, пишите в комментариях. Красивый. Напишите в комментариях, как вы думаете, что это. Так, поставили на плиту. Что дальше? А дальше... В общем, варим, потом достаем и едим. Наверное, потом подождем. Да, им надо настояться. Они... Пусть они лежат целую ночь. В вине? Ага. Как интересно. Ну, что-то вино какое-то не очень красное, смотри, сэкономили, наверное. Ну, красное. Это яйца белые. Вино-то красное. Красное-красное, а еще такое ароматное. Вот я бы попробовала. Но Виктория не дала. Вкусно. Виктория убирает крышку. А я не знаю, надо ее убирать или нет, но просто она некрасивая, поэтому я решила ее убрать. А если она нужна для образования кристаллов? Ну, я не знаю. Ну, когда посмотрим на яйцо. Интересно, сколько оно варится. Как будто бы не покрасилась. Но Виктория, ведь еще не вечер. Еще не утро. Вот такие красавцы у нас получились, блестящие, переливающиеся. С праздником Светлой Пасхи!